Друзья, всем привет! Сегодня распаковал заказные позиции, 500-е мониторы и 1000-е мониторы. Сейчас немножечко послушаем музыки на одних колоночках, потом пообщаемся, потом послушаем музычку на других колонках. Значит, громкость нивелирую чувствительностью микрофона, чтобы приблизить максимально к реальности, ну, сравнительный анализ, кому интересно. Послушайте, трек очень интересный, он такой немножечко занудный, но классный. Конечно, многие из вас наверняка его знают, и тем не менее. Приятного прослушивания. Thank you.
такая у нас музычка сыграла. Сейчас, собственно, посмотрим, что у нас тут с колоночками. Состояние может быть не самое восхитительное, прям чтобы идеал, но более чем достойное. Это понятно, да? Пенопласта кусочки. Есть легкие потертости, но это все устранимо без особых трудов. Уголочки целые, это просто потертости. Я извиняюсь, что не включил тяжелую музыку, чтобы показать все возможности колонок. Но, в общем, у меня свое мнение на этот счет, что поделаешь. Здесь есть некоторые такие продрыхи. Ну, вот такие вот колоночки. На этой колоночке есть небольшой скольчик на углу сзади. А так, в общем и целом, все прекрасно. Итак, друзья, в первую очередь хотелось бы вас поблагодарить за просмотры, комментарии, за интерес к моим видео, в том числе интерес к видео походам. Это все же был первый опыт. Конечно, были какие-то опусы и с моей стороны. Ну и вообще в целом, то есть я учту какие-то нюансы, однако хотел бы вас тоже попросить, чтобы вы были чуть более дипломатичны в своих комментариях, ну по крайней мере, что касательно меня, можете говорить что угодно, да, но касательно гостей, знаете, говорить об обстановке, в которой это все снимается, либо там о грамотности, ну какой в этом смысл, это, скажем так, просто уменьшает шансы того, что меня кто-то еще позовет в гости или даст мне такую возможность. Вот, поэтому ну, мы же здесь за музыкой, правильно? У всех свои возможности, свои условия. В конце концов, человек поделился своим мнением, своим опытом. Пускай я тоже с чем-то не согласен, и тем не менее я много нового узнал. И в том числе полезную информацию для себя вынес. Поэтому прошу вас быть чуть более сдержанными. Честно говоря, друзья, пока готовился к видео, это понял, что уже забыл, что хотел сказать. У нас, как обычно, время ночное, порядка 2 часов ночи. И я вот тут сижу, снимаю видео, потому что не могу по-другому. Да, я хочу извиниться перед людьми, двумя, которым я так и не записал до сих пор диски. Это когда розыгрыш был Сидюка 338. Ну, делаю я это не потому, что мне похеру на них, а потому что каждый день, когда я иду на работу, я думаю, блин, сейчас приду и запишу. Но я прихожу и думаю, блин, ладно, надо сначала что-нибудь полезное сделать, потом вот сяду и запишу. Ну и основная проблема в том, что я не хочу записать просто какие-то первые попавшиеся. Я хочу как-то, знаете, вложиться в это, чтобы люди действительно почувствовали, ну что это не просто какие-то диски, а чтобы им было действительно приятно по-настоящему. Вот. Ну и так, небольшой анонсик. Как видите, у нас тут это Yamaha напирает. Есть еще вон у нас там два АИКСа 1200 стоит, две Ямашечки А2000, А2000А. Ну, их нужно почистить, привести в порядок, прежде чем явить народу. Вот. Ну и также небольшой анонсик. Сидюшечки подъехали соневские, троечные, пятерочные, для народа, так сказать. Вот. Ну, уже даже говорю, путаются слова, поэтому давайте, сейчас я включил вторую пару, чуть-чуть поднастроил по звуку. Ну и такое завершающее аудио прослушивание.
Оставить без своего мнения. Да, еще про сансуйчики раздельные видео сниму, и тоже как бы я там удержался, ничего не сказал, но очень хочется сказать. Все равно ведь мнение же есть, и кому-то оно, возможно, поможет, кому-то не понравится. Это уже дело вашего выбора. Че музыку такую включил? Ну, что-то поковырял, поискал. Вот, знаете, включил... Сегодня весь день слушал Мумитроля. Причем вот интересная штука. Альбом включил, он мне сначала вообще не понравился. Ну, я его никогда не слушал, для меня песни были новые. А буквально со второго, с третьего прогона я начал влюбляться. Но прям охренительно он на кораллах звучит. То есть он звучит так, как хочется его слышать. У кораллов есть некоторая телесность по сравнению с ямахами. И, ну, такая музыка, поп-музыка, там не суть, да, как там ее назвать. Вот музыка в стиле Мумитроль, она требует этой телесности для полного ее восприятия. Включил на ямахах, не звучит. Ну, в смысле, звучит, конечно же, но... Те впечатления, которые я получал от прослушивания на кораллах, здесь я получить не смог. Однако космическая музыка, ну это Space был, понятно, да? Она бесподобно звучит на ямахах, ну особенно на тысячных. То есть вот эти стереоэффекты, я вот тысячные мониторы так расцениваю, что это колонки, у которых нет... границ сцены, то есть есть ощущение, что это просто в космосе звук раздался, вот он родился и исчез. Откуда взялся, куда ушел, непонятно, но это создает вот этот ошеломительный стереоэффект высочайшего разрешения, и вот, знаете, много деталей появляется, которых ты даже и не думал, что там есть, но они там есть, и это тоже своеобразный кайф. Это даже такой небольшой отсыл к тому видео, где разговор был с Тимуром, ну, то есть человек, к которому я ходил в гости. Блин, ну не бывает акустики, которая вот прям всежанровая, там все-все-все. Не бывает такого усилителя, ничего такого не бывает. В жизни вообще ничего не бывает, чтобы было все и сразу, за любые деньги даже. Смотрю Михаила Кучеренко и вам рекомендую в познавательных целях, в развлекательных, неважно, человек
интеллектуальный, информацию говорит интересную, как минимум интересную. Для кого-то она будет полезной. Вот, значит, он рассказывал о том, что любую систему можно упорядочить, но по одному из параметров, то есть оптимизировать. Соответственно, есть какой-то параметр, который стоит выше других, и только по этому параметру ее можно сделать максимальной. Все остальные параметры придется под этот параметр подтягивать настолько, насколько это возможно. То есть оптимизировать систему так, чтобы все параметры были на максимум, это невозможно. И это касается не только музыкальной системы, это касается чего угодно. Ну, если вы так задумаетесь, действительно, хочешь, допустим, много зарабатывать, и у тебя нет вариантов, как увеличить доходность в плане там своего трудочаса там или еще что-то, да, приходится много работать. Соответственно, ты жертвуешь чем-то другим. У тебя вроде становится больше денег, но у тебя нет времени их тратить, нет ни сил, ни желания и так далее. То есть хочешь, чтобы у тебя оставались силы и желания, меньше работаешь, меньше зарабатываешь, должен умерить пыл своих хотелок. Ну, понятно, что здесь нужно другой подход, может, не самый удачный пример, но в общем и целом, я надеюсь, вы поняли меня. Просто основной смысл того, что хочу до вас донести, определитесь для себя, чего хотите от звука, то есть что у вас в звуке привлекает больше другого. И акцентируйте внимание на этом и ищите систему, которая будет реализовывать именно данный параметр, ну, по максимуму, скажем так. В любом случае придется мириться с какими-то лишениями, хочется этого или нет. Взять, например, соневские сидюки, они прекрасны в плане эмоциональности, утонченности. Да, но кто-то говорит, что они слишком звонкие, слишком сухие, да, то есть кто-то любит мультибиты. Но ты включаешь мультибит, да, он пожирнее, пошире, но он при этом более мутный, менее детальный. То есть, опять же, речь о том, что нет какого-то эталона всеобщего, безграничного. Если бы такой эталон был, то тогда любые другие решения просто не имели бы права на жизнь. Правильно, мы бы тогда ездили на одинаковых машинах, ходили бы там в одинаковой там одежде, слушали бы одинаковую музыку, ну и так далее, и так далее. Всем желаю добра, удачи, счастья в личной жизни, ну и до новых, надеюсь, скорых встреч. Пока!